На сегодня в Прииртыше первым компонентом привито 228 тысяч человек, вторым 222 тысячи. Следующий материал о том, как проходит вакцинация в одном из сел Павлодарского района, где побывала наша съемочная группа. 80-летний житель села Чернорезк Амеш Макаш идет в местную врачебную амбулаторию. Он принял важное для себя решение – пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Все как обычно. Сначала заполнение анкеты, затем необходимый медосмотр. Разрешение получено, можно прививаться. Надо обезопасить себя, своих детей, близких и друзей, говорит Аксакал. Мы видим, что не только у нас в Казахстане, но по всему миру эта болезнь распространилась. И я думаю, что по науке сказано, как врачи говорят – исследование, что только вакцинация спасает человечество. Если Амеш Макаш принял решение сам, то в крестьянском хозяйстве Казагра, где работает 15 человек, вакцинироваться решили всем коллективом. Я два этапа сам прошел тоже. И вот людей привел сегодня. Кто второй раз, кто первый раз. Чтобы не болеть, правильно же? Зачем люди вакцинируют? Чтобы не болеть, конечно. По словам врача Макжана Амарова, в целом население идет на вакцинирование активно. С наличием доз вакцины проблем никаких нет. Все желающие и те, кому это разрешено, могут прививаться. Активно сейчас прививается именно завод. Акимат, все школы уже все получили, в принципе. В первую очередь мы получили. Акцент сейчас идет более на кто состоит на Д-учете. Кто состоит на артериальной гипертензии, ХОБ, сахарный диабет. Потому что они как группа риска стоят. И мы хотим в первую очередь их. Но никому никогда не отказываем. В Чернорезке проживает более 1900 человек. Первый компонент вакцины уже получили более 600, второй – 3060. Мурат Ибилмажит, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат из Павлодарского района.